Детская школа искусства имени Варламова, что на проспекте 50-летия ВЛКСМ, считается одной из лучших в городе. Впервые за 65 лет работы здание, где занимаются сотни детей из Свияжского района, капитально обновили. На открытие школы после ремонта приехали первые лица региона. Алексею Русских показали новенькие помещения и оборудование. Пообщались гости и с юными дарованиями. Вот мне очень понравилось. Ребята очень талантливые. Не спорю. Я надеюсь, что они скрипку не оставят после окончания учебного процесса. И дальше будут развивать свой талант. Школу отремонтировали по нацпроекту «Культура». Начали с замены окон, полов и проводки. Сделали шумоизоляцию, привели к современным стандартам охранную систему и пожарную сигнализацию. Фасад закрыли вентилируемой плиткой в спокойных тонах. Не забыли и про учеников с ограниченными возможностями здоровья. Устроена входная группа. У нас могут теперь заниматься инвалиды. Устроен лифт для инвалидов на крыльцо. Обустроен комната для инвалидов санитарная. На ремонт учреждения потратили 26 миллионов рублей. В школе занимаются больше 700 детей на 8 отделениях. Среди них фольклор, хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах и театральное искусство. Анна Тищенко, Улправда ТВ.